Сегодня в Нарьян-Маре стартовал 51-й по счету турслет «Дорогами отцов-героев». Он посвящен году народного единства в Ненецком округе и стал рекордным по количеству команд. В нем принимают участие 20 команд окружных предприятий и учреждений, общественных организаций и объединений по интересам. Церемония открытия слета состоялась у памятника «Обелиск Победы». Эта традиция идет с 60-х годов. Это поход именно вышел из той большой патриотической акции, которую начал проводить ленинский комсомол, молодежь округа, и назывался он «По местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа». Именно с 60-х годов пошла традиция проводить окружные слеты. Участие в турслете на озере Васькино сменилось не одно поколение жителей Ненецкого округа. В нем участвовали дедушки и родители молодых участников турслета. Зародилась 51 год назад замечательная традиция, а округ очень силен своими традициями. Я всем желаю успехов и всем желаю победить главного соперника – это нашу погоду. После церемонии открытия турслета у Вечного огня команды отправились в пеший переход до места традиционного проведения слета – на озеро Васькино. Команды преодолеют 17 километров, на дорогу дается 7 часов. На маршруте следования команды выполняют различные задания. На этот год мы для себя решили, что помимо простого передвижения по лесной местности, нужно еще включить и выполнение различного рода туристской тематики, выполнение заданий. Поэтому сегодня у них программа достаточно насыщенная. Сейчас они идут, у них будет проверка знаний по узлам, по топографии, водный этап, где они должны будут на байдарках переплыть на остров у озера Васькино, выполнив задание и вернуться к своей команде. Поляна задания, на которой тоже целый комплекс различного рода туристской тематики и выполнения заданий. В двухдневной программе слета военно-спортивные и туристические полосы препятствий, конкурсы самодеятельности и самый зрелищный вид состязаний – перетягивание каната. Помимо этого, жюри будет оценивать приветствие команд и выступления на костре дружбы. Поддержать свою команду в соревнованиях может любой желающий. Добраться до места можно на автомобиле по Лаевожской дороге до поворота на озеро Васькино. Далее трасса будет промаркирована табличками на турслет.